атмосферой, душевной, народной удмуртской песни, с такими милыми бабушками, это, ну, это самое настоящее богатство. Мы здесь, в Удмуртии, увидели уникальный опыт и билингва, и вообще очень много разных-разных практик, как можно сохранять родной язык. Люди в очереди стоят, чтобы учить удмуртский язык, и не только удмурт. Журналисты здесь выполняют роль проводников, которые открывают двери для целых групп людей. Человек с фонариком, который через темный лес ведет большую группу, и самое главное, куда он ведет. И вопрос межэтнической журналистики как раз таки заключается в функции этого проводника с фонарем. В Хабаровском крае живут более 100 разных этнических групп, и нужно заметить, что никогда в Хабаровском крае не было конфликтов на этнической почве. Вот это этническое разнообразие дает нам силы. Что Хабаровский край принимает лучших журналистов Дальнего Востока. Мы надеемся очень, что это станет таким толчком для того, чтобы другие журналисты посмотрели, как здорово работают их коллеги, присоединились, и стало их намного больше. С Мираторец приехало очень много представителей разных регионов России. И это очень важно на самом деле, потому что когда ты находишься у себя дома, но ты же не знаешь, что у тебя происходит у твоих соседей, да? Это недопустимо. То есть люди же должны общаться. Все реально на одной волне. На волне того, что мы должны, во-первых, созидать. И созидая, мы можем сделать наш мир гораздо чище, гораздо лучше. И самое главное, что в нем царили нормальный мир и согласие. Атмосфера очень дружелюбная, очень веселая и очень много информации. Понимаешь, что есть над чем работать, понимаешь, в какую сторону тебе двигаться, понимаешь, насколько важна эта проблема. Малочисленные коренные народы, они очень интересный народ, и мы о нем практически ничего не знаем. Я очень рада, что я здесь нахожусь, и считаю, что мне повезло очень. Всем привет! Давно не выходил в эфир сам, и здесь появился такой хороший повод немножечко рассказать о том, что произошло за последнюю неделю. Вы, наверное, уже видели в сообщениях, кто пользуется YouTube-сообщениями в ленте, о этих событиях некоторых, произошедших в Москве. Ну, а здесь я расскажу немножко об этом подробнее. Итак, неделю назад я был в Москве на финале конкурса «Смиротворец 2019», организованным гильдией межнациональной журналистики. Гильдия – это такая некоммерческая организация, которая объединяет журналистов, людей, работающих в СМИ, телевизионщиков, радиоведущих и так далее, в том числе и блогеров с этих пор, вот с этого года, которые так или иначе занимаются темами межэтнических отношений и межрелигиозных отношений. И в этом году
мои материалы, опубликованные на этом канале «Этнографика», в частности, цикл «Мирные черкесы» с историком Константином Скиба и «Кавказские разговорники», одни из первых, они стали призерами всероссийского конкурса. То есть там этапы были еще региональные, то есть в каждом регионе страны отдельно были победители свои этих региональных конкурсов, а это вот федеральный такой большой уровень, самый высший, где из почти 10 тысяч СМИ отобрали всего 41 претендента, и в том числе там была отдельная номинация «Блоги», куда, в общем-то, попала блог «Этнографика». Так вот, от гильдии межэтнической журналистики мне пришло приглашение, и я поехал на этот конкурс в Москву. Значит, там была 4-дневная программа, достаточно насыщенная. Значит, в первый день у нас, получается, пошли своего рода круглые столы в МГУ, где нам прочитали лекцию на факультете журналистики о таких трендах в сфере журналистики сегодня. И дальше мы представляли работы. То есть все, кто находился там, каждый подготовил свою презентацию и рассказывал немножко о себе, чтобы познакомиться. А ребята, ну, прям со всей страны, действительно, там, со всех регионов практически России были. И я тоже, конечно, представил все свои проекты многочисленные. Второй день у нас был такой экскурсионный. Мы там посещали экскурсию по Москве. Она как бы изначально строилась как этническая экскурсия. Но так получилось, что скорее такой общий обзорный вид приобрела. Но это было интересно действительно, потому что удалось посетить, например, мечеть. Одну старую мечеть Москвы. Она прямо во дворе дома сейчас находится, застроенная такая. Такая. И внутри было достаточно интересно. Даже удалось пообщаться с имамом, некоторые вопросы задать. И эта тема заинтересовала меня. Потом я расскажу вам со временем кое-какие идеи на этот счет. Дальше мы проезжали также армянскую церковь и вот большую соборную мечеть в Москве посетили, тоже такая сумасшедшая красивая огромная мечеть. Там поговорили тоже с имамом. Ну, есть проблемы у мусульман, конечно, в Москве из-за того, что их много, а мечети мало. Но некоторые вопросы, например, то, что мусульмане имеют право молиться, допустим, в церкви, и их батюшка иногда запускает и даже указывает направление на Мекку, для меня было открытием, например. А третий день проходил третий медиафорум. Медиафорум – проект, который помогает всем и делает наиболее открытым то, что происходит и в регионах, и в нашей столице. Нам бы хотелось, чтобы и опыт Москвы, и те мероприятия, которые проходят в нашей столице, они получили освещение и регионализм. Возможно, вот этого диалога не хватает в обществе, и он здесь каждый раз происходит, и каждый раз он выходит на совершенно конкретные решения, которые связаны и с деятельностью власти, и с ресурсами со стороны власти, и с деятельностью журналистов, с их новыми проектами, и с новыми проектами, которые предлагают некоммерческие организации. Возможно, в этом секрет нашего медиафорума. Мне, как вот директору Московского дома национальности, хотелось бы, чтобы журналисты, которые занимаются этнической темой, больше внимания уделили именно вот площадкам домов дружбы, домов национальности, которые сейчас все больше и больше создаются в регионах. Москвичи считают, что у нас нет больших проблем в Москве, и это радует, конечно. Комплекс мероприятий, который направлен на укрепление нашего согласия, нашего мира в нашем доме, они действительно позволяют сделать так, что люди себя чувствуют как дома. Нужно
нужны изменения, конечно, но пока непонятно, как донести до людей и какие способы. Поэтому мы их и ищем здесь. Какие-то решения, они должны быть мирными. У нас очень все тихо, мирно, спокойно. Я надеюсь, что это результат также и нашей работы, понимаете. Но мы должны говорить об этом людям. То есть люди не только должны видеть плохие моменты, связанные там, не дай бог, с мигрантами, да, которые приехали и что-то натворили. То есть мы не должны преподносить национальную политику только с этой стороны. Это шанс поговорить в очередной раз, да, и как бы там поделиться на кратких практиками. Я сама, послушав эти выступления, для себя, наверное, черпала какие-то новые моменты для будущей работы и направлений деятельности, в каком ключе можно было бы дальше развиваться. Мне понравилось то, что выступающие все были искренними. Я приятно поражен, на самом деле, уровнем дискуссий, накалом страстей, которые бушуют на медиафоруме, на нашем медиафоруме. Но вы понимаете, в чем проблема? Люди переживают действительно то, что вот патриотизм стал социально неодобряемым для людей 40-минус, вот скажем так. Понимают, а что делать не знают. Нужно призвать всех журналистов, чтобы они, не надо, не сравняли, понимаете, как, кто лучше, кто плохой. У каждого есть свои традиции, у каждого есть своя история, у каждого есть свой город, но они по-своему его любят. Мы хотим объединить школьников России, активистов школьных музеев, все активные школы и сделать их партнерами Музея Победы. Что это даст школам? Безусловно, мы объединим сообщество таких ребят и педагогов, которые интересуются историей своей страны. Каждый народ несет в себе очень хорошего, позитивного и современного посыла. Вот этот посыл нам просто нужно понять, поймать. Нам, региональным СМИшникам, телевизионщикам, и правильно преподнести нашим зрителям. Это повод для шуток моих родителей надо мной, что я на самом деле никогда не произношу слово патриотизм, и этим на самом деле занимаюсь. То есть это такой низовой патриотизм. Говорить надо, но больше, я считаю, не говорить, а действовать в этом направлении. Мы должны дискутировать. Раз такие идеи возникают, раз чего-то не хватает в сообществе, значит, давайте об этом разговаривать. Может быть, мы найдем другие инструменты. Не обязательно, может быть, менять конституцию и вводить цензуру. Каждый из нас мог выступить с определенной тематикой. Там было три секции больших. Ну, скажем так, тематики задавали довольно такие специфические, да, там, например, вопрос вот стоял о патриотизме в интернете, то есть это разнарядка или это миф, то есть мода точнее, и как-то вот не очень поняли участники, как эту тему вообще обсуждать. И получилось так вот сумбурно несколько. Кто-то себя представил, кто-то поговорил на какие-то вообще смежные темы. Из интересного, там был человек, который создал бессмертный полк, и вот он рассказывал как раз-таки о том, как они создали, почему к этой идее пришли, и как эту идею в том числе извратили в сегодняшний день, то есть начали ей пользоваться всячески в политических целях. Ну, он был модератором как раз в моей секции, и я вот рассказывал там свой опыт, в общем-то, работы с историями жизненными, с, скажем так, с какими-то моментами объединяющими, наверное, да, нас всех там, в разные периоды истории. Владимир Штыбин,
давайте тему Кавказа тогда мы сейчас завершим, и потом к языка перейдем. Виталий Владимирович, с особенностями формирования патриотической повестки для национальной аудитории Северного Кавказа. Историк, блогер, автор YouTube-канала. Спасибо. Презентацию поставить? Так, ну, Екатерина уже упомянула обо мне. Я единственное, что дополню, все-таки этнографика и YouTube-канал – это не самое основное и не единственный ресурс, это мультиплатформа. То есть я представлен на канале YouTube, у меня Instagram-блог есть тоже по этнографической тематике, конкретно по черкесской в основном. И там Яндекс.Зен, есть статьи в СМИ. Для YouTube-каналов я также проводил этнографические экспедиции в прошлом году, Шапсугом, Прибрежным, Причерноморским. В общем, там достаточно много. И отдельное направление – это туризм. То есть я провожу дополнительные экскурсии. Это этнографические экскурсии в аулы черкесов. Это по наследию черкесскому в городе. И вот здесь я хотел бы обратить внимание как раз-таки на тему формы, раз уж мы говорим о патриотизме и его представлении. На самом деле, до, наверное, того, как была представлена тема этого форума, я и не задумывался о том, как бы, как я, допустим, с патриотической точки зрения, с этого понятия веду свою деятельность. И задумавшись, я, наверное, так несколько факторов для себя открыл и, в общем-то, хотел о них сегодня сказать. Ну, это вот вкратце о тех проектах, которые я сейчас уже упомянул. Вот YouTube-канал, здесь, да, Instagram и еще ВКонтакте «Кавказские истории», общая группа с ребятами у нас по вообще по народам Кавказа. Значит, особенность кавказской именно тематики, то, что я постоянно с чем я сталкиваюсь, особенно у черкесов, это Кавказская война. Это, ну, такой вопрос очень острый, как у нас принято говорить. Кавказская война, она хоть и кончилась 150 лет назад, но в голове она продолжает идти, в головах. И на Кавказе есть вот два таких понятия, сейчас даже историками выведены, война истории и война памятников. То есть война истории – это когда разные народы, представленные на Кавказе, пытаются как-то вот больше на себя переписать какие-то моменты исторические, и на этом фоне постоянно идут споры, да, кто там первее что-то сделал, чей там был представитель по национальности в том или ином вопросе. А война памятников, ну, соответственно, это уже следствие. В частности, в Краснодарском крае, ну, в Адыгее, вот яркий пример, значит, памятники с левой стороны – это сотник Андрей Гречишкин казачий, который казачество официально поставило. Справа памятник черкесскому народному герою Кызбечи Шеретлука, он у нас даже у Лермонтова представлен как персонаж. Значит, Андрей Гречишкин – это сотник, который, да, вот как это описывается, погиб в столкновении с черкесами, с полчищами таких прям вот варваров чуть ли. И вот под таким соусом как бы это все открывалось. Соответственно, это вызывало возмущение черкесской общественности. В свою очередь черкесы поставили вот такой памятник. Это народный герой в Кавказской войне, который сражался, в общем-то, с Российской империей, который набеги делал. И он как бы действительно персонаж, занимающий очень серьезное место в восприятии у черкесов. И как бы как это свести, непонятно, потому что и там это как бы ответ друг другу такой, да, агрессивный. То есть как найти общие точки соприкосновения? Ну, в данном случае, конкретно в памятниках, даже можно его найти, потому что тот же сотник Гречишкин был кунаком того черкесского князя, который, в общем-то, окружил его отряд. И он его пытался вывести, но не смог. Там это был благородный бой, это война все-таки. И вот эти моменты, которые очень не любят, ну, там, радикально настроенные, допустим, в национальных кругах люди, наоборот, встречают очень хорошее понимание среди большинства аудитории. Я специально, да, спрашивал своих подписчиков и среди чиновников, среди обычных людей в семьях. Они говорят так, что действительно, как бы вот это агрессивное восприятие, оно уже надоело многим, этой маленькой, но очень там, допустим, такой активной группы. И людям интересно узнавать моменты, которые объединяют все-таки стороны. И я стараюсь как бы в таких моментах искать жизненные истории, которые, ну, какие-то общие точки соприкосновения будут находить с двух сторон. Особенно это казачество и черкесы, конечно, самый такой острый вопрос сегодня. И вот, вот факторы, которые, да, я для себя вывел, общаясь именно с подписчиками, как бы из обратной связи, почему, в общем-то, канал у меня стал популярным, особенно в республиках Северного Кавказа, связанных с черкесами, Кабардино-Балкария, короче, Черкесия, Адыгея, Краснодарский край. Объективность подхода, то есть когда ты можешь дать оценку
ну, той же Кавказской войне, какой-то истории, не упуская каких-то факторов. Да, да, это война, там были неприятные моменты, но как бы, когда ты честно говоришь это, не опуская эти острые углы, сглаживая их, да, чтобы не было провокаций, это воспринимается как такая порядочность. Плюс еще русский человек, как бы, тут отдельная тема, что своим не очень доверяют, как сказали, что свой представитель национальности, он может как-то приукрасить слишком какие-то факты, убрать, а здесь как бы объективность. За счет этого возникает, да, доверие аудитории, где уже можно говорить о более тонких вопросах, как бы призывая к каким-то объединительным мотивам. Ну вот, например, один из способов, который я использую и в экскурсиях, это два представителя, связанных с историей Екатеринодара и Краснодара. Батырбек Шарданов, кабардинец, железнодорожник, Лютрахов. Тем не менее, он известен в Краснодаре тем, что это очень богатый человек, купец, один из представителей черкесов, который вот очень многое сделал в истории Краснодара, Екатеринодара, если быть точнее. И для них, конечно, это гордость, этот человек, но при этом это общее прошлое города, то есть его знают, в принципе, вне зависимости от национального контекста. И это хороший пример того, что как вот человек в обществе жил, вне зависимости от каких-то национальных пристрастий, да, он творил дела, он занимался благотворительностью, не направленной на национальные тематики, а помогал всем, да, дома для нищих строил, допустим, мечети, церкви и так далее. И Лютрахов — это такая объединительная фигура, как и Батырбек Шарданов, который у нас ассоциируется с галереей известного художника Коваленко, одно из известных зданий вообще в Краснодаре. И Батырбек Шарданов — это его дом был, он, в общем-то, отдал этот дом под эту галерею. То есть вот определенный связывающий момент. Или вот, например, в более позднее время, да, это Великая Отечественная война, Хусейн Андрухаев, адык черкес, которому, считается, принадлежит фраза «русские не сдаются», он с ней погиб. Вот. И скажу еще один момент. Допустим, если даже такая тематика, ну, не все же любят, допустим, изучать исторический период Великой Отечественной войны, допустим, у кого-то интересы там, в 19 веке, у кого-то интересы времен гражданской войны, да? В любом периоде есть люди, есть истории, которые можно использовать. Как у нас говорят, вот Кубанская Рада была, связывают ее обычно с казачеством, но Кубанская Рада состояла наполовину из черкесов, которые точно так же принимали участие в этих политических делах, из них вышли яркие фигуры интересные, о которых можно рассказывать. Вот. И отмечу такой интересный момент у меня был, как эффективность как от блога исходит, да? То есть какие-то конкретные дела как происходят. Допустим, была небольшая экспедиция, организованная коллегами, блог, который ведут по казачьей тематике в станице. Они искали, естественно, людей, которые говорят на суржике, какие-то традиции казачьи несут. И вот там они нашли женщину-краеведа, которая сказала, что там вот около станицы есть курган. Кургана какого-то известного черкеса, который раньше там аул стоял. И вот она знает историю и своего прадедушки, который там вот в свое время встретил черкеса, умирал он там. Он его выходил, они подружились для семьи. Вот. И она как говорила, что мы знаем, что это курган, но кто конкретно здесь похоронен, мы не понимаем. Мы стараемся его охранять, но копают, все равно ходят в лесу там. И призвала она как-то вот посодействовать, чтобы там памятник поставить. Мы это видео записали, выложили. Буквально 2-3 дня правительство Адыгеи выделило там заместителя одного из районов ближайших, приехал на место, они переговорили, две общественные организации туда еще приехали. И вот сейчас процесс идет, будут ставить там, скорее всего, памятник, как-то ограждать, чтобы это все не трогали копатели, скажем так, хотя бы это все, ну, уже ставить его на учет. И ну, это как бы такой пример деятельности, поскольку в республиках отслеживают. И, допустим, сейчас, в следующем году, вот, я уже буду выпускать книгу об устройстве общества черкесов причерноморских шапсугов на основании экспедиции прошлогодней, которую, да, спонсирует республиканское правительство полностью. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо, Виталий. И отдельно пару слов хотелось бы сказать о самой церемонии награждения. Довольно интересно устроенная штука. То есть такое шоу, конечно, большое. Там все разбито на 8 номинаций. Ну, допустим, телевидение, радио, печатные издания и так далее. Ну, и в том числе и блоги отдельно награждались. 3 победителя было.
Этнографика заняла 3-е место, то есть, по сути, уже 3-й блок страны сегодня по версии «Смиротворца», который касается именно тематики межэтнических и межрелигиозных отношений. Специальная номинация. Блоги. 3-е место. Ютуб-канал Виталия Штыбина. Этнографика. Город Краснодар. Видеопроекты «Мирные черкесы» и «Кавказский разговорник». На сцену приглашается автор блога Виталий Штыбин. Второе место. Айбар. Видеоблог Айбара Азаматова. Саратов, Алматы. Цикл видеороликов о казахском языке. Приглашается на сцену автор блога Айбар Азаматов. Первое место. Проект Василия Харитонова и Федора Алексеева. «Страна языков. Новгород». Цикл публикаций в социальных сетях «За разнообразие в мире языков». Флешмоб «В честь Пушкина. Языковая ситуация в Карелии». Приглашается на сцену автор блога Василий Харитонов. Нам это была идея Ирины Михайловны из Улан-Удэ. Я хотел бы ей сказать: Ирина Михайловна, Баярла. И вот, собственно, вот такую вот медаль получила я там, замечательную, практически как у ведущих редакций страны, которые тоже бились с каждой своей номинацией, вот у редакторов крупных изданий, журналов, телевизионщиков, то есть в редакции такие штуки тоже есть. Теперь у меня есть, у нас с вами. Ну, а, собственно, касаясь церемонии награждения, почему она была интересно сделана? Между номинациями были постановки театрального типа, такого типа, да, спектакли своего рода маленькие. В них обыгрывались сюжеты тех статей журнальных там, или газетных, или тех телесюжетов, которые заняли первые места. И что было достаточно интересно, на самом деле. То есть это реально жизненные истории, которые сняли журналисты. И вот они были так обыграны, интересно, так что принимали такую художественную форму. Но еще в некоторых местах были и не только спектакли, а музыкальные исполнения. Причем на языках редких. Допустим, на корейском языке девушка исполняла музыку. Там были танцоры татарские, если не ошибаюсь. Значит, там было русское народное вот такое представление. И то, что, в общем-то, касается нашей тематики особенно, это ребята из группы Хагауч Губ. Хурума, ухурума толпы, топмаха же зиаша, зиаша же зловучи, ваша уча рыбза, чеплен гараш, чугашар зивани, зивана же вся губла, урей губла дноха, сармахати биш, уабиби даджак, уабиб раджагуаш, уабиб раджажупака. Санып жол көппір, шкей дара нары, шкей дара күнні. Аминыр көпкеу, аминыр көпкеу. Ахуромы бұрымы. Урумар зимас, на
за зишва надяча. Иши паша сам за меша, зиза паша хворду гуш. Хам да гушу пырквацы, зипвацы жапша сапыша. Чатами апшашах стан, упса жамбури джата. Батбр за джатит за флех, иш хара барамыва. И нерва гуашхвальды, запыля дычи аша. Хоромахи шари жопш, вак-вак жызар бабыш, ыш-ыш жызар гядана, гядана жып шарыпа, адага жыша зары, шарыпеке мазыпа, жылазы хапса чыгуп, уагум жызайква фаджыпа, хамба дақтыр дұғыш, ужы зайзыква сипажа, сипажа сыпыр хаджын, Ятам тихаптар хлопаша, ушвара зеква дыр, бурзеква дыр мэжыр, шынага мираджар хангвыц, сыпса маха сырцажы, тиха кужыр мабауа, дилби ишгар магуш, тиха кужыр мабауа, дилби ишгар магуш. Человек вышли и сыграли свою мелодию, на которой у них уже есть клип, называется на хуроме, то есть это рождественская песня моздокских христиан-кабардинцев, но только она, конечно, немножко видоизмененная, там немножко другой текст, и она как бы сочетает традиционную музыку с электронной музыкой современной, что вообще смотрелось невероятно круто, и очень многих вот, зацепило в студии, что со всей стороны мне потом писали, ребята спрашивали, где послушать, о чем текст был, да, вот, что это за ребята вообще такие. А Хагалышгуп, они в чем-то крутые, они в Кабарде, в Нальчике давно уже достаточно вступают несколько лет, я знаю их по лейблу Red Records Булата Халилова, и я знаю, что они на радио еще выступают. Ну, мы с ним списывались, я думаю, мы как-нибудь встретимся в Нальчике, когда будет повод, и что-нибудь тоже совместное такое интервью сделаем. Ну, в общем, вот такая вот насыщенная была неделя, насыщенные события в Москве. О результатах что хочу сказать? Впечатления хорошие, очень много замечательных ребят разных национальностей, разных взглядов на мир, разных профессий, которые по всей стране работают с этой тематикой. Мы с ними познакомились, подружились, и я думаю, что мы даже сделаем какие-то большие совместные проекты, уже есть такие как бы намётки в эту сторону. И попробуем поработать в рамках уже страны. Ну и сам канал Этнографика, он теперь приобретет более такой федеральный статус, что ли. Мы его увидели уже на уровне страны, в Москве. И он присутствует теперь в доступе на канале, на сайте «Нацакцент». Это официальный сайт гильдии межэтнической журналистики. Теперь многие материалы будут там выкладываться в том числе. Сейчас там создается вообще какой-то большой портал, где участники гильдии смогут посылать свои какие-то материалы, и вот вся страна, чтобы могла их увидеть, услышать, и чтобы проще было как бы о себе заявить, и проще было в том числе и получить гранты, о чем как бы рассказывали тоже на этих форумах, о том, как, в общем-то, можно работать с грантами. Я думаю, что мы разовьем эту тему, тем более, что я тоже теперь участник гильдии межэтнической журналистики в Краснодаре, именно это отделение мы открыли еще в июле, но оно как бы не было действующим пока, в замороженном виде было, но сейчас, я думаю, это дело активизируется. Ну вот все, что хотел сказать. На этом все. Спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, и до новых встреч. Всем пока!
Хайрлы тан Югорск. Юзро хереше Югорск. Ганитору Югорск. Сэмбена Югорск. Бурчук наен Югорск. Доброго утра на родных языках нам желают миротворцы, финалисты конкурса на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. В предновогоднюю столицу съехались эти журналисты со всей России. Организаторы гильдии межэтнической журналистики подготовили для них познавательную программу. Это очень важно, когда ты напрямую можешь позвонить в Сыктывкар или в Хабаровск, или в любую точку страны, и там есть люди, которые тебе дадут конкретную, точную, интересную и важную информацию. Пункт первый. Лекции на факультете журналистики МГУ. Андрей Вырковский, доктор филологических наук, поделился со смиротворцами исследованиями об изменениях в СМИ и современной журналистике. Появилось больше визуальных элементов, и вообще большее значение приобретает видео, фотографии и тому подобные вещи. Это как бы первое. Второе, она стала короче. О развитии межэтнической журналистики в регионах, мерах поддержки, госпрограммах говорил журналистам председатель Комитета Государственной Думы по делам национальности Ильдар Гильмудинов. Во многих субъектах Российской Федерации есть дома дружбы, общественные объединения. Дело журналистов – освещать жизнь национальных общин с их радостями и горестями. Без вашей поддержки, помощи, освещения нашей темы мы себе не мыслим, как нам дальше работать. Маргарита Лянги больше 10 лет возглавляет гильдию межэтнической журналистики, состоит в Совете при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. В течение 2 дней Маргарита Авритовна была модератором круглых столов, где журналисты рассказывали о своих проектах. Для себя я вот выделила, да, что вот мы хотим, нам интересна сфера вот интернета, новых вот как раз YouTube-каналов. YouTube-канал «Инстаграм». Виталия Штыбина из Краснодара сегодня называют самым уважаемым специалистом в теме черкесской культуры. 5 лет назад он увлекся ее изучением. Стало интересно, почему на территории Краснодарского края так мало говорят о коренных жителях. Сначала Виталий рассказывал об открытиях друзьям, затем стал выкладывать видеоролики на YouTube. Чуть позже блогер поступил учиться в университет. Через год Штыбин станет дипломированным этнографом. У меня аудитория постоянно присылает материалы. Я сам по себе знаю, у меня огромная библиотека на эту тему. Ну, и люди каждый день что-то шлют, семейных историй. Там, если клич по какой-то теме я даю, перевести с черкесского что-то, какие-то материалы найти, всегда находятся. Мы нашли вот недавно могилу, казачья экспедиция была, могилу старого черкесского воина нашли. Я дал клич, и там и администрации поприезжали, и общественники, и будут там и памятник делать, и что-то там делать. Ну, то есть какой-то центр влияния стал уже. Вера Ваулина из Ижевска. Она автор и ведущая молодежной программы «Агыр-бугыр» или «Встряска» на удмуртском языке. Героев помещают в непривычные условия. Парикмахера, например, отправляют стричь овец, а городскую учительницу делать сыр. Через эти эксперименты зрители знакомятся с историей и традициями удмуртов. В Кесском районе есть кузница, которая вот из поколения в поколение она передавалась. То есть она старинная такая вся. Вот человек он сохранил и показал, то есть как вот раньше удмурты ковали железо, да, как, что делали из этого, как они жили. Например, в Шарканском там районе женщина у них, там, козу доит определенно вообще интересным способом. То есть абсолютно с другим способом и делает тоже, то есть, вкусный сыр. Айвар Азаматов из Саратовской области. Он начал с интервью. Посадил перед камерой свою бабушку и расспросил, как уже на протяжении 70 лет их казахская семья живет в России и сохраняет свои обычаи. Ролики выложил на YouTube. А дальше настолько увлекся изучением культуры и языка своего народа, что с помощниками даже разработал пособие для изучения казахского. Оно оказалось настолько доступным, что заказы стали поступать и от русских. Не ожидал, что национальный вопрос в России действительно важный, и действительно мне очень понравилось, что на этом форуме не просто говорят о каких-то ненужных, нереальных проблемах, да, а действительно все проблемы, которые здесь были озвучены, они озвучены честно, и они озвучены действительно по факту. То есть они действительно есть, и их нужно решать. Татьяна Швидченко из Иркутска так углубилась в тему жизни бурят, что занялась изучением чужого языка. А еще ради поднятия тиража своей газеты стала идейным вдохновителем фестиваля поедания буус – национального бурятского блюда. Мероприятие создавало рекламу газете и привлекало новых подписчиков. Суть в том, что каждый раз
много было таких мероприятий. Бюджет был разный самый. То есть иногда мы приезжали в район на лимузине с парнями из Конго, да, которые в Иркутске учатся, и они танцевали в соломенных юбках. А иногда, когда бюджет вот не складывался, мы разыгрывали кухонные полотенца, да, а иногда разыгрывали там и бриллианты было разыгрывали. За 11 лет существования конкурса «Смиротворцы» превратились в целую армию журналистов. Все они стоят на страже дружбы и о каждом народе рассказывают как о драгоценности, имеющей множество граней.